Начало положено. Открылся первый международный молодежный нефтегазовый научно-технический форум «Каспий. Море успеха». Это площадка для эффективных диалогов студентов, молодых ученых, специалистов и экспертов нефтегазовой отрасли. Губернатор Игорь Бабушкин пожелал удачи участникам в своем видеоприветствии и отметил значимость этого мероприятия. Нефтегазовый потенциал нашего региона также открывает перспективы развития добычи, переработки и транспортировки углеводородного сырья. Сегодня морские углеводородные проекты остаются в приоритете прикаспийских государств. Именно они во многом определяют динамику развития инфраструктуры и социально-экономической сферы. Форум проходит в стенах Астраханского государственного технического университета при поддержке правительства Астраханской области и компании «Лукойл». Здесь работали дискуссионные площадки, где обсуждали специфику добычи углеводородов. Также в рамках форума гостям представили базовую кафедру компании «Лукойл» – морские нефтегазовые технологии. Она будет готовить кадры, которые специализируются на морской нефтегазодобыче. Уже сделали первый набор, магистратуру, причем магистратуру, где «Лукойл» готовит специалистов именно для себя. Причем все эти ребята, которые поступили, они сейчас будут уже трудоустраиваться в компанию. И когда они закончат магистратуру, им не нужен период для адаптации, для того, чтобы что-то еще новое узнать и переучиться. На базовой кафедре удобные стильные аудитории, современное компьютерное оборудование. Магистрантам будут преподавать как сотрудники университета, так и работники «Лукойла». Нефтяная компания уже много лет сотрудничает с АГТУ. Так обновлена техническая база университета, создан полигон и две лаборатории на базе Института нефти и газа. Лучшие студенты и профильники становятся стипендиатами «Лукойла». В большинстве своем 70% работников «Лукойл Нижневолжскнефть» – это выпускники АГТУ. Здесь та тонкая грань взаимодействия, что с одной стороны мы говорим, что мы хотим, но при этом ВУЗ должен уметь готовить, давать тех высококлассных, высококачественных специалистов, которые в дальнейшем будут развивать российский ТЭК и двигать нашу страну и компанию вперед. Сейчас на базовой кафедре обучается 12 магистрантов. У всех есть мотивация к обучению и полная уверенность в правильности выбора места работы. Еще здесь свои большие плюсы. Здесь ты как бы не теряешь 2 года, здесь параллельно как бы набираешься опыта. И после окончания магистратуры ты уже становишься автоматически специалистом в отрасли. Открытие кафедры – это сотрудничество университета и нефтяной компании на совсем ином уровне. Студенты смогут увидеть, как работает предприятие изнутри, а нефтегазовая компания получит квалифицированных специалистов для работы на шельфовых проектах. Маргарита Ивченко, Виктор Новосельцев, Анастасия Крапива. Специально для программы «Регионы Лукойла».